Привет! Этот момент настал. Серия предкастингов завершилась, а значит, пришло время для телевизионных кастингов. Напомню, предкастинги проходили в трех городах Крыма – в Симферополе, Феодосии и в Евпатории. В трех номинациях – вокал, хореография и оригинальный жанр. Из 200 человек жюри отобрали 76 талантливых ребят. И сегодня мы находимся в солнечной Ялте. Смотрите полные выпуски шоу «Таланты» по субботам в 20:15 и на сайте телеканала. Ты как-то особенно готовилась к кастингу, когда узнала, что прошла? Ну да, я дома распевалась, разные песни акапельно пела. Ну там же, может быть, буду спрашивать. Привет, я тебя помню. Я тебя тоже. Ты с таким же номером будешь выступать? Да. Почему ты решила заниматься именно этим стилем? Очень здорово, молодец. Спасибо, Виша. Как тебя зовут? Вика. А в каком стиле это танец? Это народный молдавский танец. Какие эмоции ты сейчас испытываешь? Ну, я испытываю и радость, и немного волнения. Но я очень рада, что я сюда попала. Я бегу все выше на ледяную гладь, и страха мне минувших меня уж не догнать. Можем, так сказать, повлиять на Руслана или на Олесю, сказать, что вот понравилось, вот запало в душу. Давайте, не всегда же вокал или танец – это только техника или что-то еще. Но западают в душу, как мы говорим, артист, скажи, ты бы взял? Я – да, я предлагаю. Ну, давай, тогда мы будем думать. Я – за. Ну, я тоже не против. Ну, давай, у нас еще очень много детей, может, мы узнаем и увидим кого-то более ловчее. Договорились? Хорошо. Поехали дальше. Смотрите полные выпуски шоу «Таланты» по субботам в 20:15 и на сайте телеканала. Этот конкурс дает возможность крымским ребятам показать свои таланты и заявить о себе на весь полуостров. Ну, а мы с вами не прощаемся. Увидимся ровно через неделю. Пока! Пока!